все-таки веселые и оптимистичные. Улыбаемся и поем. А жизнь подорожала. Только у нас можно. Это характер. Это характер нашей нации. Я вспомнил анекдот военного времени о русском характере. Когда поймали немцы француза, американца, русского, и, значит, к расстрелу их приговорили, эсэсовцев, пытали их, ничего не могли, поставили все, автоматчики стоят. Офицер говорит, мы немцы гуманная нация, перед тем, как вас расстрелять, каждый пускай желание. Американец говорит, виски, дайте виски, дали виски выпил. Тебе, француз говорит, шампанского. Шампанское выпил. А ты? А русский говорит, а я прошу меня, пускай кто-нибудь так ногой позаду даст, хорошо. Что такое? Ну хорошо, такое желание у меня. Ага. Немец кивает, мигнул, подходит, здоровый эсэсовец, как там удастся погон нашему? И тот прямо в эту скалу летит, ударился, обратно отскакивает. На ходу выхватывает автомат у конвоина, вот так, всех перебил. И говорит, братва, бежим. Это они все бегут, бегут. И американцы говорят, что ж ты раньше не делал, почему это? Почему? А русский говорит, характер такой на шурке, характер. Нам пока по жопе не дашь, ничего делать не будешь.